Привет, друзья! Вы на канале Плетя Алис. И мы начинаем наш конкурс на лучшее имя для котенка. Это я. Это не ты, потому что ты уже дала трем котятам имена. Мы благодарим вас всех, кто прислал нам столько чудесных имен для котят. Это я. И ты, конечно, да. Но дело в том, что нам прислали так много имен, что мы никак не можем выбрать лучшее имя сами. Поэтому мы решили разыграть лучшее имя. Мы вот здесь вот написали все ваши предложенные имена вот на таких вот бумажечках. И Алис будет вытаскивать одну из них. И она выберет, кто... Она выберет, какое имя победило. Я вам повторяю сейчас, что в нашем конкурсе сегодня разыгрывается вот такая вот шоколадка. Кот Дор. Это очень вкусная бельгийская шоколадка. Да. Но еще мы решили победителю отправить вот такой вот маленький сувенирчик, вот такую вот кошечку на память об участии в нашем конкурсе. Это девочки. Это девочки или мальчику, тому, кто выиграет. Мы сейчас увидим. Но я хочу обратить ваше внимание, друзья, на то, что у нас здесь Вика. Не только вот серебристые бумажки, но еще и несколько красненьких. Я потом вам объясню. Дело в том, что было столько хороших имен, что мы решили сделать два подарка. Мы решили разыграть еще вторую шоколадку. Вот такую. И она отправится тому, кто предложил самое оригинальное имя. Но я вам попозже расскажу подробнее, как мы будем это делать. Пока я прочитаю имена, которые вы нам прислали, друзья, Алис раскрасит вот такой вот рисунок, и он тоже будет отослан победителю. Она раскрасит вам кошечку. На, Алис, ты можешь начинать. На тебе карандашики. Ты начинай раскрашивать кошечку, а я сейчас быстренько прочитаю, кто участвовал и какие имена предложили. Дело в том, что многие предлагали по много имен. Поэтому, во-первых, мы уже выяснили, что тот котеночек, вот этот, вот, которому нужно дать имя, он оказался девочкой. Поэтому мы взяли только имена для девочек, те, которые вы предложили, или такие, которые подходят и мальчику, и девочке. И от каждого участника мы взяли по одному имени, потому что многие из вас предлагали очень много имен. Поэтому я сейчас быстренько прочитаю участников и имена, которые они предложили. Анастасия Турченко предложила имя Масяня. Эта девочка написала, что ее кошечку зовут Масяня, и она взяла ее из приюта. Нам очень нравится такой хороший поступок, поэтому мы, конечно же, включили Масяню в список имен, которые будут участвовать. Лариса Виштебей предложила имя Зефирка. Так зовут ее кошечку. Канал Nightmare Moon предложил имя Пандора. А мою как сяют еще? А мы сейчас еще, вот мы еще не выбрали, сейчас увидим, как нашу зовут. Вот, канал Земелиза предложили имя Шанелька. Три Систерс предложили имя Тойота. Виолет энд Вероника предложили имя Ошер. Саша Нестерова предложила имя Джесси. Женя Шоколадка имя Жемчужина. Ульбино предложила целых 24 имени. Вы представляете, 24 имени. Но мы выбрали самое из всех, которое нам больше всех понравилось. Из ее имен мы решили взять для участия имя Джинджер. Зарина Апав предложила имя Кэрри. Малюлька ТВ предложили имя Гуччи. Ванин Мир предложили имя Мася. Magic TV предложили имя Вуди. Наш друг Амадей Нет Не Моцарт со своего канала Скукометр предложил нам очень интересное имя Скукометрик. Но мы решили, что это будет слишком длинно, поэтому мы сократили его немножко до имени Скуки и включили его тоже в список участников, конечно. Канал Саша и Эндрю предложили имя Тюбик от Ютуба, тоже очень нам понравилось такое имя. Мега Шанель предложили имя Вафля. Семья Негря предложила имя Бесси. Мини Бомбини ТВ имя Маркиза. Умка канал для детей Лола. Леди Кэти предложила имя Малыш. И даже есть у нас один наш зритель, канал у него называется Габриэль Тойз Ревью.
он предложил имя, какое бы вы думали? Алис. Он предложил назвать нашу девочку-котенка Алис. Это нам тоже очень понравилось. Это я, Алис. Это ты, Алис. И котенок, может быть, будет Алис. Мы сейчас посмотрим. Ну что, Алис, давай-ка мы вытащим сейчас нашего победителя. Внимание. Алис, ты должна вытащить сначала одну серебристую бумажку. Любую. Выбирай, какую тебе нравится. Вот такую. Сейчас мы узнаем имя нашего победителя. Остальные пока не трогай. Подожди. Ну, давайте посмотрим вместе. И вот, друзья, нашего котенка будут звать Масяня. Имя предложила Анастасия Турченко. Анастасия, мы тебя поздравляем. Вот этот вот котеночек. Вот этот котеночек, он будет называться теперь Масяня. Как твоя кошечка? Мы очень рады за тебя и за нашего котенка. Пожалуйста, не забудь нам написать по имейлу, а не в комментариях, а по имейлу свой адрес, куда ты хочешь, чтобы мы тебе отправили вот такую шоколадку и вот такую кошечку, как победителю. Вот, и мы тебя поздравляем еще раз. Анастасия Турченко, Масяня. Да, давай, это мы отошлем девочке, которая победила. Но это еще не все, друзья. У нас есть для вас еще один сюрприз. Вот пока, посмотри пока кошечку, да, это мы отошлем девочке, которая победила. У нас есть еще один для вас сюрприз. Дело в том, что вот этот котенок, которого мы сначала назвали Кеша, вот этот вот, он оказался в итоге не Кеша, а девочка. И поэтому, раз уж вы прислали так много хороших имен, мы решили разыграть еще самые оригинальные имена. И вот какие имена мы выбрали для участия на розыгрыш второй шоколадки. Вот такой вот. Мы взяли имя, во-первых, Тюбик. Очень нам понравилось. Тюбик от Ютуба. Но мы подумали, что это очень действительно хорошо. Хоть это не совсем для девочки, но мы не могли такое игнорировать, конечно. Также мы взяли имя Вафля. Мы взяли имя Скупки. Имя Алис. Как Алис. Да. И мы взяли имя Ошер. Это в переводе с иврита означает счастье. И такое имя может подходить и для мальчика, и для девочки. Итак, сейчас мы разыграем вот эти вот 5 имен. И они у нас записаны вот на таких розовых бумажках. Подожди, Алис, подожди, я покажу. Вот видите, у нас там 5 розовых бумажек. Сейчас мы узнаем, кто выиграет розовенькую. Теперь выбирай, какую хочешь, но розовенькую. Вот такую. Давай посмотрим, кто у нас выиграет. Давай-ка. Ну-ка, дай-ка я посмотрю. Ага, вот, выиграли у нас Виолет и Вероника. Вот именно с этим именем Ошер. Поэтому мы поздравляем вас, Виолет и Вероника. Вот этого котенка теперь будут звать не Кеша, а Ошер. Вот такой хорошенький Ошер. И он называет. И это обозначает по-русски счастье. На, подержи. Ошер. И Виолет и Вероника получают вот такую вот красивую шоколадку. Да. Ну что, ты раскрасила свой рисунок, Алис? Итак, дорогие друзья, мы поздравляем всех, кто выиграл, кто не выиграл, не расстраивайтесь, у нас еще будет много конкурсов, оставайтесь с нами. Еще ты выиграл, ну ты, конечно, тоже выиграла, а как же, да? У нас на канале будет еще много разных конкурсов, и ближайший конкурс у нас будет на 1000 подписчиков. Там мы будем выбирать 3 лучших комментаторов, поэтому поторопитесь, у всех еще есть шанс принять участие в следующем конкурсе. И там тоже будут интересные подарки для всех. Ну вот, Алис, дай я пока покажу, как ты раскрасила. Вот. Как у нас девочку звали? Так, сейчас я еще посмотрю. Вот. Анастасия Турченко, тебе еще отправится вот такой рисунок. Алис его еще немножко не закончила, но когда она закончит, ты получишь свою Масяню, еще ее портрет, нарисованный Алисы с ее подписью. Ну что, мы на этом с вами прощаемся. Спасибо большое всем за участие. Подписывайтесь на канал. На канал Планета. Пока, друзья. Пока, друзья.